Я хочу в этом ролике поделиться о том, как снимать вот эту желтую корочку на голове грудничка. Я точно не знаю, откуда она появляется. Вот так вот мы берем такой гребешок. Вот видите, сколько ее здесь уже. Вот. Очень мелкий. Смазываем голову ребеночка где-то на часа два, на час, на два, вот так вот, перед купанием. Либо подсолнечным маслом, вот, либо вазелином. Вазелином, конечно, намного удобнее и эффективнее. Вот. Вот мы ребенка подстригли, поэтому удобнее было смазывать, потому что нет волос. Конечно, желательно это делать как можно раньше. До этого мы пробовали сделать подсолнечным маслом, но жиру менее эффективно, все-таки немножечко еще осталось. Вот в этот раз мы пробуем вазелином. Вот. И затем просто начинаем потихоньку вычесывать, сильно не давя. Вот. Сейчас я это вот так вот попробую. Вот она отделяется. Вот. Придется вот так сделать, конечно, повторить процедуру несколько раз. Вот. Хотя вот она очень, видите, хорошо, почти все уже ушло. Было очень много. Видите, я уже говорю, вот так вот ее сна остается. Вот. Ну, вот так вот удаляем вот эту корочку. Обычно, кстати, у многих деток она еще и на бровях. То есть вот брови, я тоже смазала их вазелином. И затем так же само аккуратненько просто буду вычесывать. Ой, сейчас давай, покажу. Вот так. То есть так же само буду немножко вычесывать, чтобы ушла, потому что пыталась рукой, оно не исчезает. Все-таки приходится аккуратненько смазывать, чтобы не попасть в глаза вазелинчиком. И тоже вот удаляю ее. Желтый такой налет. Вот, ну все, будем красивыми.